В администрации города Каспийска зачастую поступают жалобы от жителей садовых некоммерческих товариществ с просьбой помочь им в решении некоторых насущных и актуальных проблем района. Так, в минувшие дни представители МУП «Каспэнерго» выехали в СНТ «Колос» и провели ремонтные работы по установлению и обновлению проводов электроэнергии. В выходные дни здесь проблема была связана с и обрывами проводов, и то, что провода проходили через густые выращивания деревья. Нашим ребятам дал задание, как в качестве помощи оказать им содействие в ликвидации данной ситуации. Однако этим все не завершается. Здесь необходимо кардинально изменить ситуацию. При неблагоприятных погодных условиях ситуация в товариществах только накаляется и жалобы возрастают, так как появляются проблемы по всем направлениям – свет, газ, водоснабжение и водоотведение. Здесь стоит подчеркнуть, что для того, чтобы городская администрация могла посодействовать в решении проблем жителей СНТ, должен быть избран председатель, с кем представители власти могли бы вести конструктивный диалог на благо горожан. Им необходимо иметь председателя, который инициативную группу, которые будут заниматься сборами внутри дачного сообщества, приводить порядок коммуникации, дорогу. По словам жителей СНТ «Колос», уже очень долгое время у них отсутствует председатель. По этой причине было предложено собрать инициативную группу и прийти к общему решению. Почему у них нет этого председателя? Вот этот вопрос стоит на первом месте. Не имея этого органа, они не смогут привести свое хозяйство, не только электрохозяйство, но и водопроводная система и другие к работе в осенне-зимний период. Сейчас в самом разгаре находится вся организация, готовится к зиме. Но вот здесь это особо незаметно. Отметим, что председателям других некоммерческих сообществ, представителям госструктур обратились с просьбой приступить к подготовке зимне-отопительному сезону, а также разрешить проблемы граждан.